Юные музыканты Стерлитамака продемонстрировали свои таланты на втором всероссийском фестивале-конкурсе «Волшебство звука». Прослушивания состоялись сегодня в детской музыкальной школе номер 1 и детской школе искусств. Участники в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты СУЗов и вузов выступили в 6 номинациях – фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты, вокал и инструментальный ансамбль. Фестиваль-конкурс проводится в 12 городах и районах республики при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Всего более 1000 участников. В судьях заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов. Самое важное – увидеть, что у нас творится на местах. Но пока то, что все мы видели, это сплошной праздник для нас, потому что очень талантливые искорки наши детишки и показывают достойно свой уровень, достойно представляют свои школы. Поэтому я думаю, что все в порядке. Главное – поддержать как можно больше детей в районах, потому что не каждый имеет возможность приехать в столицу своего региона, тем более не каждый сможет попасть на концерт столичных музыкантов в Москву и переехать туда. Поэтому мы лично едем к нашим детям. Фестиваль завершится 3 ноября в Уфе. Гала-концертом лауреатов и членов жюри.